Здравствуйте! Сегодня на обзоре пистолетные коллиматорные прицелы SPO-320 от Nightwing. Крайне полезное дополнение к пистолету, значительно упрощает прицеливание, делает оружие более точным и, кроме прочего, еще и увеличивает скорострельность, поскольку после каждого выстрела нет необходимости выравнивать мушку с целиком. Также отлично подойдет для людей с плохим зрением, которым тяжело разглядеть штатные прицельные приспособления. Также этот прицел будет крайне полезен в темное время суток, когда целик и мушку уже просто не видно, для чего в коллиматоре установлены аж целых 2 режима ночной подсветки и 9 режимов дневного прицеливания. Настраивается все это при помощи 2 кнопок с памятью. Они же активируют питание, настраивают режим сна и датчик движения, который позволяет максимально сконцентрироваться на цели, не отвлекаясь на включение и настройку прицела. И все это дело питает сменная батарея CR1632, которая практически не добавляет массы прицелу, но в то же время обеспечивает стабильную и продолжительную работу девайса. Коллиматор исполнен из прочного сплава алюминия Т6 с твердым анодированием военного класса, которое эффективно защищает от различных ударов и царапин. Правильная защита линз и расположение встроенной электроники позволяет выдерживать отдачу выстрела и даже падение с высоты. Все узлы имеют прокладки гидроизоляции, поэтому уровень защиты от влаги и пыли составляет IPX7, что позволяет пользоваться прицелом в крайне сложных полевых условиях.